Сегодня мы будем работать в онлайн-режиме, чтобы родители, которые не смогли сегодня посетить наше замечательное учреждение, будут смотреть через платформу Zoom. А сейчас слово нашим детям. Самое главное, конечно, это верить, что твоя мечта будет. А если у человека нет мечты, в нем таится пустота. Так давайте же мечтать вместе. Миру нужны мечтатели. Невозможно жить без мечты. Спасибо, я ее вспомнила, я ее видела где-то уже. Мечты, мечты, для кого они нужны? Хочу повидать мир. Фу, какая ерунда! А да, это личное. Личное? Глупости все эти ваши мечты. Ты ведь даже не собирался, мне и тут хорошо. Понятно, путешествовать ты не хочешь. Может быть, ты хочешь быть, например, отличником? Да не смешите мои двойки. Чем больше знаешь, тем больше доски вызывают. А о друзьях ты не мечтаешь? Ведь все знают, что их у тебя нет. У меня их полно. Хоть одного назови. Вот этот. А, нет, вот этот. И правда, друзья у меня нет. Вот видишь, тебе все-таки есть о чем мечтать. Но я совершенно не умею этого делать. Не бойся, там самое укромное место для него. Главное, это верить, что твоя мечта сбудется. Я хочу, чтобы у меня были друзья. Вот видишь, тебе все-таки есть о чем мечтать. Я думаю, твоя мечта сбудется уже сегодня. Потому что в солнечном городе все ребята очень интересные и дружелюбные. И сегодня на этой сцене мы познакомимся с новыми участниками клуба «Альтернатива». Тогда давайте же скорее бежать на праздник, чтобы моя мечта воплощилась в реальность. Но прежде чем уйти, мы хотим сказать, чтобы все запомнили. Не забывайте мечтать! Тогда мечты будут сбываться. Давайте не громко, давайте в полголоса, давайте расскажем о нас. Как все начиналось? Как все продолжается? Немного из истории клуба. В 2002 году был создан молодежный клуб «Пигмалион». Самое известное произведение Бернарда Шоу – пьеса «Пигмалион». Главная идея пьесы и создания клуба – это то, что любой человек может стать. Молодежное название клуба «Пигмалион» изменилось в ноябре 2009 года. Был создан клуб «Альтернатива». И сегодня состоится торжественное посвящение новых ребят в члены молодежного клуба «Альтернатива». За 12 лет работы было 5 выпусков. Мы гордимся нашими выпускниками, активными участниками, активные лидеры, продолжающие начатые добрые дела в клубе. За годы работы клуба детской праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья преодолели себя. Спасибо, учитель. Добрая весть согреваем сердца ветеранов. Всероссийская акция «Есть такая профессия. Родину защищать». 72 часа добра, литературные флешмобы и многие другие. В рамках проекта «Милосердие от сердца» проводится традиционно клубом мероприятия «Осень жизни. Пора золотая» для одиноких пожилых людей и инвалидов. И праздник «Возьмемся за руки, друзья» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные мероприятия. Тепло сердец для милых. Мы стараемся расти и стремимся к успеху, творить добро и красоту. В России уже не пролай, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, вот этот путь неведом, иди, мой друг, всегда.
куда иди дорога, я тут не верю. Иди, мой друг, всегда иди дорога, я добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Теперь меня услышат и так без микрофона. Уважаемые родители, которые сегодня присутствуют, и наша уважаемая, которую мы очень любим, наше общество книголюбов, Наталья Шинкарева. Сегодня у вас праздник. Знаете, много лет тому назад я была в Москве на одном мероприятии, и мне, Александровна, давай попробуем мы здесь создать у себя такой клуб. И клуб был создан, который назвали «Пигмалион». Я, кому нужен кувшин без дна, щекопщина без струн, а человек без интеллекта, без культуры. Так вот, главная задача клуба «Альтернатива» – это научить детей быть добрыми, красивыми, счастливыми, культурными и воспитанными. И главный девиз вашего клуба – дарить высших учебных заведений. Они помнят свой клуб, они всегда приходят. Сегодня мы должны сказать спасибо Марите Хасавшину. 100 с лишним человек. Я думаю, что дети никогда не забудут те дни, которые они провели в стенах нашего первого солнечного города и в клубе «Альтернатива». И сегодня я хочу сказать в добрый путь всем тем детям, которые сегодня вступают в это замечательное творческое объединение «Альтернатива». Ребята, и сегодня у них дебют. Давайте их поддержим. Дорогие гости, наши любимые мамы, примите музыкальный подарок. Поздравляю вас с этой торжественной минутой, с тем, что сегодня вы вступаете в дружную команду «Альтернатива», в детскую академию творчества «Солнечный город», где здесь, именно здесь вы раскрываете свои способности и свои таланты. И сегодня мне очень приятно видеть в этом зале тех людей, которые являются вашими непосредственными, любимыми и дорогими вам людьми. Это ваши родители, которые смотрят сейчас на вас с экрана, которые сидят в первом ряду, наши дорогие гости. Это Елена Османа Безрукова. Она является моим наставником, моей второй мамой. Я ее очень ценю, дорожу всеми ее советами. Мне очень приятно сегодня в тех проектах, которые инициирует Наталья Петровна, с удовольствием принимают участие. И мы тоже будем стараться, да? Побеждать вот в проектах партнеров является Общество книголюбов Кабардино-Балкарской Республики. И сегодня в нашем зале находится
блогер, который специально пришел на наше мероприятие, Александр. Мы очень рады его сегодня видеть. Давайте поаплодируем всем нашим родителям. Я счастлива видеть выпускницу нашего клуба, братство в ряды клуба. У нас есть такая традиция. Как только мы выпускаем ребят, набираем новых, и у нас меняется председатель клуба. Это заложено в положении в уставе нашего клуба. И сегодня торжественно я хотела бы представить вам нового председателя клуба личностного роста «Альтернатива» Малика Небежевского. И с удовольствием хотела бы сюда пригласить лидеров, которые активно себя проявляют уже в течение 2 месяцев. Это и новые ребята. Это ребята, которые занимаются не первый год в нашем клубе. И сюда на сцену я приглашаю с первой группы Милену, Яну, пожалуйста, берите ребят, друзей. Вторая группа. Маратик, самый юный, очень хочу, сказал он. Пожалуйста, Марат, выходи к нам сюда. Виктория, пожалуйста, вторая группа тоже присоединяется к нам сюда, к составу лидера. Это я вам сейчас представляю совет лидеров нашего клуба. Далее, в третьей группе у нас Динара. Пожалуйста, приглашаем ее под аплодисменты. Мурат. Ребята, чуть живее выбегаем на сцену. Четвертая группа, это у нас Илона, сегодня вторая ведущая. И Белочка Гутуя из школы номер 27. Впервые мы решили выйти, клуб наш, за пределы, скажем, детской академии творчества «Солнечный город» и набрать новых ребят на базе школы. Это ребята с 27-й школы, которых я с удовольствием сегодня представляю. Аплодисментами давайте поприветствуем. Лидеров сегодня я хочу пригласить Ренат, Светлана. Пожалуйста, выходим на сцену. Я не стала сегодня звать. Ограничение. 50 человек вы мне сказали. Поэтому сегодня, к сожалению, нам пришлось разделиться. В школе мы обязательно проведем также торжественное мероприятие. А сейчас давайте еще раз поаплодируем нашим лидерам, которые будут помогать председателю клуба Небежеву Малику. Ну и, конечно же, слово Малику. Спасибо, Марита Хасановна. Можно я возьму? Дорогие друзья, я очень благодарен за ваше доверие и очень сильно постараюсь оправдаться с вами самым сокровенным. У меня родители глухонемые, братик может говорить, но плохо слышит. Я каким-то чудом могу говорить и слышать. И хочу, чтобы в этом мире было как можно меньше болезней и меньше проблем. Обещаю гордо нести к успеху. Солнечный город! Клянемся! Быть достойными своей родины! Клянемся! Быть активными, ответственными лидерами! Клянемся! Помогать младшим и уважать старших! Клянемся! Быть творческими и трудолюбивыми! Клянемся! Идти к успеху! Клянемся! Отдавать свои горячие сердца и стремления на процветание Академии! Клянемся! Быть патриотами родной отчизны! Клянемся! Быть единой и дружной командой! Пусть в честь сегодняшнего дня прозвучит гимн нашего клуба «Альтернатива». Моя зовущая вдаль дорог.
голове гуляет ветер, цели нет определенных. Убегают взрослые порой. Ой. Чаще всего думают только о себе, но не вспоминают о чужой боли и переживаниях. Ты искренне сможешь творить добро только тогда, когда через свое сердце пропустишь боль и страдания другого. Делать добро нужно не для какой-то цели, а бескорыстно, от чистого сердца. И сегодня мы пополняем ряды добровольцев. Дорогие ребята, примите поздравления от обучающихся второго года обучения Ирины Кожаковой. Это все для вас, для вас. Не требуйте второго, не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снеги на тручи вяз. Разве будет это тысячу раз? На бульваре освещает вечер, тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем, ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик, дождь, на лужах веснушки. Крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не возвратить. Хворь и ссору временно оставьте, вы всех для старости оставьте. Постарайтесь, чтобы пусть бормочут скептики до смерти, вы им, желчным скептикам, не верьте. Радость найти. А для очень, очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите. Спасибо. А нашего совместного сотрудничества, знаете, если вот не будет вас, если не будет того вклада, который делает Марита Хасаншевна, наша работа тоже будет очень скудна, потому что в обществе книголюбов проводятся конкурсы, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, юношей и даже взрослых. Да. Потому что, а сколько бы в вас не вкладывала Марита Хасаншевна, если вы читать не будете, говорить вы будете плохо. Вот, поэтому азы получите мастерства, но все-таки глубину
с ее помощью, я думаю, получила бы, еще раз говорю, уже четвертый раз, что получила удовольствие. Это в Кабардино-Балкарской республике. Это будет номинация «Художественное чтение», это будет номинация «Литературный перевод». И я очень надеюсь, что вы все примете участие, Марина Хасановна. А вот сейчас мы завершили конкурс, посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Ну, для новобранцев он, конечно, еще и был бы рановат, но есть ребята, которые участвовали из числа обучающихся в альтернативе. Знаете, за сотрудничество, за то, что не пропускаете наши проекты, хочется вот именно в рамках этого конкурса, который мы провели, а он назывался проектом «Гениальный читатель гениального писателя», дипломом награждается молодежный клуб «Альтернатива» Детской академии творчества «Солнечный город» за активное участие в конкурсе «Федор Михайлович Достоевский. Цитатник». Глаз и душу. А и еще сотни и тысячи наших подписчиков на наших страницах в Инстаграм и Фейсбуке вашим участием, и мы как можем будем тиражировать ваши успехи и ваши выступления. И поверьте, это работает. И когда мы публикуем ваши выступления, видео ваших выступлений, все знают наперечет имена просто. То есть вот те активные подписчики, которые у нас есть, они уже знают по именам тех, кто выступает. И благодаря, вот, например, активному участию вот Алисага, вот его знают очень много. Еще раз хочу сказать, что вам очень повезло, что вы пришли. Дорогие ребята, примите поздравления от выпускницы нашего клуба Дианы Барсоковой. Песня «Улетай». Давайте пару слов нашим ребятам, новому поколению. Всем добрый вечер. Во-первых, хочу искренне поздравить вас, пожелать всего самого наилучшего, успехов в творчестве, в жизни, вообще во всем, в чем вы захотите. И хочу сказать пару слов. Она вас направит, она выслушает все ваши переживания, все ваши мысли и поможет во всех ваших начинаниях. Спасибо, Диана. Она сейчас ведет свой собственный проект. Как он у нас называется? Кавказовидение. Кавказовидение. Причем там у нас от нашего региона она является представителем по... Всему Кавказу. Всему Кавказу, так. И хочу еще представить, кого выделили, тоже нашу девочку. Конечно, Милану Обидову, она участвовала в этом конкурсе и заняла первое место гран-при. Представляете, что, как же ее отпустить без песни, правда? Ребят, давайте поаплодируем и послушаем. Вам историю мою очень сложно. Вспоминаю слово слов, как знакомились с тобой. Осторожно. Я прошла, как обычно. Я ищу твои глаза, не хватает вдруг тепла. Не привык и тебя теряю, а теперь своей я улетаю. Я не могу без тебя, я все думаю. Thank you.
рассказать вам историю мою. Не отставать от цели. Спасибо. Молодежный клуб «Альтернатива» благодарит всех гостей и родителей. Примите поздравления от нового поколения клуба. Ярче, чем солнце, исполняет Тханагов Имран. Остальные в зале также огонечки. Посвящение в клуб. И хочется всем напомнить известные строки, которые могут стать великолепным жизненным девизом. Ничего не откладывай, жизнь коротка. Ты наивно считаешь, что она как река. Не откладывай, другу помочь поспеши. Не обкрадывай душу, лишишься двоих велений небежных малек. И Братцева Илона. Приветствовать вас в этом зале в добрый путь, дорогие мои ребята. Общую фотографию на сцену. Прошу, пожалуйста, к нам с цветочками. Немножко какой-то бал.